Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Кыргызской республики Садыра Джапарова и народ Кыргызстана с праздником Ноурус. Уважаемый Садыр Нургожоевич, сердечно поздравляю вас и весь братский народ Кыргызской республики по случаю международного праздника Ноурус. Этот светлый праздник, широко отмечаемый во многих странах мира, знаменует собой начало весны и пробуждение природы. Славные традиции и культурные обычаи Ноуруза способствуют продвижению солидарности и взаимопонимания, что содействует укреплению мира и дружбы между народами, которые весьма актуальны в современном мире, говорится в поздравительной телеграмме. Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Джапарову и всему народу Кыргызстана счастья, благополучия и процветания.